Евгений Владимирович, добрый день. По результату сегодня что можете сказать? Плохой. Нужно было брать свои очки. Теперь третье место. Большая роскошь терять очки. С нижним. Ну, игра, вы видели, была непростая. И Париен. Надо давать должное, да, тоже были. Сегодня фаворит. Евгений Владимирович, к Соболеву были какие-то примерно санкции в клубе? После дисквалификации. Это внутренняя. Его штрафовали? Еще раз? Ему не хватило сегодня? Наверное. Все.